Челны на переднем, стельку разин. Василий Васильевич, да? Я все по тому же вопросу. По какому? Что нам делать с Зиной? С какой Зиной? Фамилия? Ласточкина. Это что, наш новый пожарный, да? Лаборантка. А? Ну, а что тут думать? Хороший работник, значит, объявляй благодарность. Плохой, значит, выговор. Ну? Да нет, ну, Ласточкина работник хороший. Хорошая благодарность. Вы понимаете, ну, в последнее время, ну, что-то происходит с ней. Ну, а вот, что? Ну, я не знаю, ну, в последнее время, понимаете, она какая-то рассеянная. Рассеянный, значит, выговор. Допускает много ошибок. Ошибки, значит, строгося, влепи, и все. Что думаешь? Ну, так же нельзя. А что нельзя? Почему нельзя? Ну, я же с ней говорил, понимаете? А вот это напрасно говорил. Напрасно. Ты с ней не в цепике, а на работе. А на работе надо не разговаривать с человеком, а излагать письменно. Вы понимаете, я хотел узнать, в чем дело, в чем причина, вы понимаете? Ой, понимаешь. Ну, она какая-то взволнованная в последнее время. Что-то происходит с ней. В последнее время то она, ну, я не знаю, ну... Вот ты не знаешь, а надо знать. Нет, понимаете... Она у тебя работает. Я понимаю, но то веселая какая-то... Веселая, значит, благодарность. То она чуть не плачет. Плачет, значит, выговор. Нам пессимисты не нужны. Все. Василий Васильевич. Да? Ну, дело молодое, может быть, вы сами с ней поговорите. Что-то происходит с ней. Слушай, что с ней происходит, я не знаю и знать не желаю. А сотрудник, понимаешь ты, он будь хоть женщиной, хоть кем, обязан прийти на работу в нормальном состоянии, без чувств и волнений. Вот. А у вас, понимаешь, товарищ Ёлкин, психология гнилая. Вот после работы. Вот давай, приходи домой и чувствуй, сколько тебе влезет. А тут тебе не красный уголок.